Алло, привет, Вов. Здорово. Что ты, сонный уже? Нет, просто недовольный. Ну, давай, рассказывай по поводу Абуза сначала. Твоя идея была или кто-то просто так от фонаря? Нет, у меня все гораздо проще. Проснулся вечером, охуел. Да, это действительно было жестко. Но там, на самом деле, за тебя жестко дрались, воевали и победили. Все нормально. Да, затащил. Свекусиська решился, чё. Ну там действительно было очень плотно, плотное сражение. А по поводу игр, что можешь сказать? Так, чтобы ну что, всю неделю не мог собрать пацанов, поиграться, вот что доигрались. Что из группы выходит Dota Lager плюс 4. Ну там же будет сейчас, по идее, тайм-рейтинг. Да, вот по нему они и выйдут, потому что они очень быстро выиграли немцев. Да, может быть. А, там же, да, там же был фастгейм, по сути. Поздравляю вас. Вы, бля, капитан очевидность. Так, ну давай, я не знаю, скажи хоть спасибо тем, кто за тебя там сражался отчаянно. Хотя ты об этом сам не знал, но я думаю, тебе же приятно. Тебя тоже там сражаются, не волнуйся. Да там, тоже... там просто жесть, я туда даже боюсь заглядывать. Там такая истерика. Ладно, что, спокойной ночи. Хорошо, давай, спокойной ночи. Так, ну вот все, собственно, мы выяснили, что там происходит. Ну так, просто действительно видно, что человек сейчас не в самом лучшем расположении духа. Ну и все-таки ждем решения судей. Я дождусь, наверное, его. Все равно от лишних там 15 минут ничего не произойдет, я так думаю. Ну и тем не менее посижу, подожду. Пу-пу-пу-пу-пум. Да, вот говорят, что ЕГЭ и НВМ проходят следующий период. Get it. Да, друзья. New Wave и Evil Genius, точнее, Evil Genius и New Wave с первого и второго места, соответственно, выходят в следующий этап состязания Dota 2 European Championship. А команда DTS не может. Говорят, Каспер, ну хоть порестрим, заставку-то чего смотреть. Так тут даже рестримить, по сути, нечего. Тут уже просто конец игры, там домесиваются ребята. Ничего нет интересного, поверьте мне. Абсолютно. Там просто идет, тянут время. То есть, в принципе, они уже в любом случае выходят. Если выигрывают, выходят. Если проигрывают, выходят. Так что, такие дела. Да, обидно, конечно, досадно, что не получилось с первого раза ворваться, как положено, на первом же турнире, но что поделать. Так, и всем, что еще, наверное, хочу сказать. Спасибо, до скорых встреч. С вами был Каспер, всего хорошего. Да, и до встречи по ту сторону сетевого кабеля.